Диалог с прокурором – это очень важный проект, который осуществляется совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации. Цель и задача, которой еще больше, максимально, насколько это возможно, сблизить общество и прокуратуру. Потому что прокуратура – это главный союзник простых людей. Потому что прокуратура отстаивает права простых людей. Потому что практически только в прокуратуре люди могут найти защиту. Потому что прокуратура – надзирающий орган, который надзирает как раз за действиями властей. Если что-то не так, если где-то нарушается закон. И только вот это взаимодействие общества и прокуратуры, когда общество дает эти посылы, показывает прокурору, что есть нарушение закона, а прокурор реагирует, вот тогда как раз и наводится порядок. И вот такой проект, как «Диалог с прокурором», он призван как раз это взаимодействие, этот диалог и наладить, когда прокурор показывает свою открытость и идет навстречу во всех отношениях людям. Я, наверное, сказать, вопросы будут от, так сказать, не только корреспондента, от простых граждан, заинтересованных что-то услышать. Поэтому буду спрашивать, будем отвечать. Вопросы и по зарплате, и по далевке будут, и по аварийному жилью. То есть те проблемы, которые на слуху. На слуху не только в Волгоградской области, на слуху не везде, в любом регионе России. Чтобы, значит, вопрос, люди хотят услышать ответы, когда, значит, жить станут лучше. И что мы для этого сделаем.